всем любителям футбола большой привет. И вы смотрите видеообзор матча чемпионата Хмельницкого с футбола в первой лиге. Матч четвертого тура между командами ХМВ, УМВС и Родовые Поместья. ХМВ МВС играет в желто-синих футболках и шортах. Родовые Поместья играют в оранжевых манишках, черных шортах. Вот, мы смотрим, матч начался. Замечу, что была ясная, отличная погода. Матч проходил на ДЮСШ номер 1. Было много борьбы в этом матче. И сами понимаете, это играли два лидера первой лиги. И вот на 6-й минуте случился эпизод, где Чак забил первый гол в этом матче. 1-0. И ХМВ повели в счете. Это же, безусловно, ошибка и защитников, и, конечно же, ошибка вратаря, который вышел и не до конца доработал. И его игрок, нападающий, Гранчак, перекинул. Мяч залетел в ворота. Таким образом, 1-0. И, как бы, удачное начало для милиции. Но вот на 16-й минуте счет мог стать 1-1, но, к сожалению, у пасечника не получилось воспользоваться таким шикарнейшим моментом, который создали сами ХМВ себе же. Но ХМВ продолжили натиск, и вот на таком кураже забили опять-таки нелепый мяч для родовых поместь. Тут, конечно же, ошибка вратаря, который просто, ну, как бы должен был просто брать такие мячи без проблем. Ошибка, он на противоходе упал, и мяч просто закатился в ворота. Игрок Остапышин даже не ударил, просто стукнулся в него, и все, и залетел по центру ворот. 2-0, и очень удачное начало для милиции. Тут пошли вот игрыш родовые поместья. Ну, конечно, ступор ввели эти два мяча игроков родов поместья. Им могли они пропустить третий. Перекладина. Отлично пробивал игрок ХМВ, но попал в перекладину. Вот мы видим конец первого тайма. 42-я минута. Нарушение правил. Сбивает игрока ХМВ. К мячу подходит Михальчук. Настраивает себя. И пробивает мяч, стукается перед вратарем и залетает в уголок. Конечно же, вратарь тоже сплоховал, не сыграл, не выручил команду. Хотя должен был в таких эпизодах просто забивать мяч. И мяч просто залетел. Аплодисменты Михальчуку. И, конечно же, антиаплодисменты вратарю родовых поместь. Так вратарь не должен был. Был момент и у родовых поместь отыграться еще разницу в первом тайме, но ей не воспользовался Крафт, у которого прицел как будто сбился в этот матч. Вот начался второй тайм. Что же интересного произошло во втором тайме? Были замены, вышли ряд свежих игроков у родовых поместь, ну и у ХМВ, у МВС тоже. Но первый удар был у ХМВ, не настолько сильный, чтобы вратарь его не мог отбить или словить. А вот интересный эпизод случился где-то в середине матча. Галюка сбивают на линии штрафной. Здесь, конечно же, он мог выйти 1-1. За такое можно было бы и красную дать, но пожалел судья защитника ХМВ, дал желтый. К мячу подошел пасечник. И, как бы, лучший нападающий их родовых поместь мог как-то и получше в этом эпизоде ударить. Удар просто свалился у него мяч с ноги. Это был просто кошмарный день для пасечника. Полная неудача. Попытались переломить ход событий родовые поместья во втором тайме, но как-то вот не получалось у них в завершительной части довести мяч до прицельного удара. Вот у Белецкого был удар, но выше ворот. Дальше родовые поместья продолжали свои атаки. Вот был хороший эпизод для реализации. Токаренко должен был сам пробивать, но дал пас, а
на добивании просто не успел кто-то там. Пасечник, кажется. Продолжали натиск, и у Токаренко не успевает просто. Отлично действует безукоризненно вратарь МВ. 85-я минута знаменовалась тем, что вышел Виктор Буткевич. Это тренер команды «Родовые поместья». Впервые он вышел в этом сезоне. Игра немножко оживилась. И вот он имел отличнейший эпизод. Мы видим, как он мог забить. Но игрок ХМВ нарушал в этом эпизоде, на мой взгляд. Грубейшем он стиле играл. Но не упал Виктор Буткевич. И поэтому, может, судья не видел этот эпизод. А если бы упал, то, наверное, назначил пенальти. А вот эпизод, где Виктор Буткевич отдал голевой пас на Сергея Белецкого, и тот просто, просто обязан был просто забить. Некуда уже было деваться этому мячу. 3-1, гол престижа был забит на 89-й минуте. Поздравляем Сергея Белецкого с вторым мячом в этом чемпионате. В принципе, матч подошел до конца. Но еще был один эпизод, где могли родовые забить, сократить разницу до одного мяча. В последнем эпизоде мы видим, как уже в добавленное время милиция могла увеличить счет. Но на этом матч был окончен. С вами был Владимир Быстрых. Спасибо, что посмотрели. Напоминаю, что ХМВ выходит на первое место. У нее 10 очков, у родовых 9 очков, и они на втором месте.